Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте, решим задание 590. В 2000 году проезд на автобусе в Москве стоил 4 рубля. Давайте напишем «в Москве». А в Подольске 3 рубля. На сколько процентов? Это первая часть задания. Проезд на автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске. И вторая часть задания. Второй вопрос. На сколько процентов проезд на автобусе в Подольске был дешевле, чем в Москве? Казалось бы, должно получить один и тот же ответ. Сравниваем две одинаковые величины в первом и втором случае. Но на самом деле ответы будут разные. Потому что в первом и втором случае за 100% мы будем обозначать разные величины. И всегда в таких случаях, когда мы сравниваем две величины, за 100% принимаем то, с чем сравниваем. То есть в первом случае первая часть задания 100% это будет цена билета в Подольске, то есть 3 рубля. И нам для начала, чтобы сравнить, нужно выяснить, сколько процентов составляет 4 рубля. И первое действие. Найдем, сколько составляет 1%. Для этого нужно 3 разделить на 100. Получаем 0,03 рубля. Это 1%. Вторым действием мы знаем, 4 рубля – это сколько процентов. Для этого нужно 4 разделить на величину 1%, то есть на 0,03. Давайте выполним это деление уголком. Делим на 3 сотых, переносим запятую в делителе на 2 знака вправо, чтобы просто 3 получилось. А здесь 2 нуля добавляем. То есть 400 делим на 3. Начинаем делить с четверки и берем по 1. Вычитаем, получаем 1, 0 сносим. Берем по 3, получаем 9, вычитаем, 1 сносим. То есть 0 сносим. Опять по 3, снова берем по 9, вычитаем, 1 получаем, можно запятую поставить, 0. Ну и так до бесконечности. То есть это приблизительно будет 133%. То есть мы округлим, потому что деление здесь у нас будет до бесконечности. То есть 133% это 4 рубля. Ну а теперь найдем разницу, то есть узнаем, на сколько процентов проезд на автобусе в Москве был дороже, чем в Подольске. 133% минус 100% получаем 33%. То есть на 33% проезд на автобусе в Москве дороже, чем в Подольске. И теперь вторая часть задания. Теперь мы проезд в Подольске сравниваем с проездом в Москве, поэтому 4 рубля – это уже 100%. И узнаем, сколько процентов составляет 3 рубля. Для этого первым действием узнаем, сколько составляет рублей 1%. 4 делим на 100 для этого. Получаем 0,04 рубля, это 1%. Вторым действием мы знаем, 3 рубля это сколько процентов. Для этого нужно 3 разделить на величину 1%, на 0,04. Ну, давайте начнем делить. Запятую переносим на 2 знака вправо, значит 2 нуля сюда прибавляем. Начинаем делить с 30, берем по 7. 7 на 4 – 28. Вычитаем, получаем 2, с 0 сносим и берем по 5. Здесь мы поделили все и получили 75%. То есть 3 рубля – это 75%. Соответственно, чтобы узнать, на сколько процентов проезд дешевле в Подольске, нужно из 100 вычесть 75 и получаем 25. То есть на 25%
проезд в Подольске дешевле, чем в Москве. Получили два разных ответа. В первом случае 33%, во втором случае 25%. Эта задача нам показывает, как важно правильно выбрать величину, которую нужно обозначить за 100%. И выполнили задание 590. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.